Подведем итоги нашей сегодняшней охоты. Что у нас получилось? Вчера убили телку и бичка. Вызвали Магомеда, сегодня приехал. Прождали где-то полчаса. Собрались там шакалы. И вдалеке появились два волка. Шакалов прям очень близко в нашу сторону, 50-60 метров от нас были. Уже даже думал один момент стрелять буду по ним, но решил переждать, так как было неудобно стрелять. Я не хотел стрелять, с колена стрелять возможности не было, кусты мешали, то есть зверь уходил с обзора, но плохо видно, не стал неправильно и рискованно выстрел сделать, дождался. Терроризировал эти волки нас. От души, Магомед. На, держи, брат. Баркала, баркала. Вот, посмотри. От души, Мухаммад. Эле, конечно, вот. Взяли волчицу, матерую. Пару выстрелов. Было сделано по-другому волку тоже, но не попал. Вот она, вот она. Взрослая волчица, крупная. Будем работать дальше.